2013 году на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Молодежка». Сериал растянулся на целых 6 сезонов, настолько зрителям полюбились красавцы-хоккеисты из команды «Медведи». И сегодня на канале мы расскажем о судьбе и личной жизни главных актеров этого сериала. Влад Конопка. Роль Андрея Кисляка. Кислого послужило мощным толчком в карьере Влада. Режиссеры обратили внимание на талантливого парня и начали предлагать ему роли в новых фильмах и сериалах. Родился актер 5 сентября 1987 года в Минске. Влад в детстве был непоседливым и энергичным мальчиком. Поэтому, чтобы направить энергию сына в нужное русло, родители записали его в секцию плавания, а позже он занимался спортивным пятиборьем и триатлоном. И даже попал в специализированную школу Олимпийского резерва и был кандидатом в юношескую сборную. Сейчас актер не женат и неизвестно, есть ли у него девушка. Однако Владу приписывают множество романов с актрисами, с которыми он вместе снимался. Это Валентина Лукащук, Анна Михайловская и Мария Иващенко. В этом 2020 году актер снялся в короткометражке «Последствия», а в следующем появится в сериале «Горюнов». Также Влад строит и театральную карьеру. Он стал участником музыкально-драматического спектакля «Однажды в Италии» и комедии «Билокси Блюз» современного театра «Антрепризы». На сегодняшний день парню 33 года. Илья Коробко. Илья Коробко исполнил роль Михаила Пономарева в сериале. Актеру пришлось немало потрудиться, чтобы получить эту звездную роль. Надо было прилично держаться на коньках. Илье, до того не умевшему даже стоять на коньках на льду, пришлось приложить много сил и стараний, чтобы освоить этот вид спорта. Сейчас актер постоянно снимается, на его счету уже около 30 сыгранных ролей в фильмах и сериалах. С развитием кинокарьеры Илья не оставил и театральную сцену. В составе актерского ансамбля антрепризного спектакля «Билокси Блюз» собирает полные залы. Блестящая работа Коробко была оценена театральными критиками, и в 2018 году он был признан лучшим актером на 16-м фестивале кино и театра «Амурская осень». Илья не привык посвящать общественность в подробности своих личных отношений, однако известно, что у актера есть супруга Алина, и она на несколько лет младше мужа. В начале февраля этого года звезда «Молодежки» не смог не поделиться с подписчиками новостью. Оказалось, что жена Ильи Коробко подарила актеру замечательную дочку. Девочке дали имя Софья, родители ласково называют малышку «Курочкой». В 2021 году выйдет аж 4 фильма с его участием. Это «Синдром», «Пищеблок», «Кривое зеркало» и «Нашедшего ждет вознаграждение». На сегодняшний день актеру 28 лет. Иван Мулин. Иван Мулин сыграл в сериале импульсивного нападающего Антона Антипова. У актера не так много сыгранных ролей, как у предыдущих парней. Однако медленно, но уверенно Иван взбирается на вершину актерского Олимпа. Он снялся в таких популярных картинах, как «Хрусталь», «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал», не случайные истории, а совсем скоро на канале ТНТ стартует новый сериал «Перевал Дятлова», где также появится наш актер. О личной жизни Ивана не так много известно. В 2019 году появились слухи об отношениях Мулина с моделью и ведущей Оксаной Стрельцовой. Она прославилась после того, как стала вести рубрику «Прогноз годноты» на YouTube-канале «Дружко Шоу». Однако точных сведений, подтверждающих эту информацию, нет. Да и Инстаграма, подтвержденного у актера, также нет. Свободное время Иван отдает спорту. Играет в хоккей в любительской команде. Кроме этого, танцует, осваивает барабаны и мечтает научиться писать музыку. На сегодняшний день ему 28 лет. Иван Жвакин.
Иван Жвакин запомнился нам в сериале в роли красавца нападающего Александра Кострова. Значительную популярность он получил и после выхода на экраны фильма «На дальней заставе», в котором замечательно сыграл военного. Сейчас на его счету уже почти 30 сыгранных ролей. С его приятной внешностью актер снялся и в нескольких клипах Алсу, а также других певцов. Вообще никакого нет. Ну что, ребят? On three, okay? Yeah. Давай. Okay, one, two, three, right now! В 2016 году актер познакомился с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. Сначала это был роман по телефону, но через некоторое время актриса переехала в Москву, и сейчас молодые люди живут вместе. Кроме кино, актер играет и в пьесе «Билокси блюз» в постановке Олега Табакова, выпускаемой агентством «Современный театр антрепризы». Спектакль был удостоен 4 наград фестиваля кино и театра «Амурская осень». В этом году актер появится в очередной части фильма «Московские тайны». На сегодняшний момент актеру 28 лет. Игорь Огурцов. Родился Игорь Огурцов 3 ноября 1992 года. Отец Алексей Огурцов тоже актер, известный публике по фильмам «Параграф 78», «Охота на изюбря», «Офицеры» и «Дневной дозор». Личная жизнь Игоря круто поменялась в канун нового 2015 года. В сказочную новогоднюю ночь актер решился на ответственный шаг и предложил своей возлюбленной руку и сердце. Ия Аганезова, жена парня, не раздумывая, согласилась. А в 2017 году поклонники узнали, что жена Игоря сделала актера счастливым отцом. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками. Первое время новоявленный отец и его жена не разглашали имя сына, а позже стало известно, что мальчика назвали Марком. После сериала «Молодежка» актера стали постоянно приглашать в новые проекты. Сейчас в производстве находится сериал «Уголь» с участием Огурцова, который выйдет в следующем году. А в этом году он появился в фильме «Андреевский флаг» и сериале «Спасская». На сегодняшний момент актеру 28 лет. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте про лайки. Они нас очень мотивируют.